Умер нацик Тесак, равно нет шанса на возрождение России. Марго гений мысли. Слушай, а я этот комментарий видел, кстати, на релизе. Типа, ну вот, я видел этот комментарий на самом Ютубе. Ну, опять-таки, меня радуют такие комментарии. То есть, то, что меня ненавидят люди, которые ненавидят Тесака, это охуенно, это правильно. Меня надо ненавидеть. Еще мне охуенно становится, когда меня ненавидят люди, которые ненавидят Тесака. То есть, вот когда чувак говорит, вот я правый, и поэтому ненавижу Тесака и маргинал левак. Просто мгновенно. Все такое. Так.